Окончив курсы младших лейтенантов, Жалел Кизатов отправился воевать. Он сражался в составе артиллерийского полка 157-й стрелковой дивизии на Южном, Закавказском, Кавказском, Крымском, Сталинградском, Донском, Центральном, Первом белорусском фронтах. Участвовал в обороне Одессы, Крыма, Сталинграда, сражении на Курской дуге и освобождении Украины и Белоруссии. Сентябрь 43-го года. В ходе Черниговско-Припятской наступательной операции Жалел Кизатов одним из первых переправился с пехотой через Днепр в районе села Мысы Черниговской области Украины и, разведав положение огневых систем противника, под ураганным артиллерийским, минометным и пулеметным обстрелом успешно корректировал артиллерийский огонь, чем способствовал удержанию и расширению захваченного плацдарма. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 15 января 1944 года за мужество и героизм, проявленные при форсировании Днепра, Жалелу Кизатову присвоено звание Героя Советского Союза. Сегодня имя отважного героя носят школа-лицей в Кызылорте, а также колледж в Североказахстанской области –